600 тысяч рабочих мест будет создано до конца этого года. Такие данные сегодня озвучила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дюсенова. По данным главы ведомства, вакансии появятся в основном за счет увеличения бизнес-проектов. Кроме того, Министерство труда и соцзащиты населения совместно с Минобразованием и науки разработали 8 специальных проектов по подготовке кадров. Краткосрочным обучением охвачены 16 тысяч человек. И вместе с тем уже работает программа по переселению граждан из южных регионов в менее населенные. Подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве между Южным Казахстаном и четырьмя регионами выбытия. И предварительные 672 семьи, 2000 человек, изъявили желание на добровольное переселение в северные и центральные регионы с трудоустройством на предложенные в ходе ярмарок вакансии рабочие места. В ближайшие полтора месяца планируем провести такие же мероприятия в Мангистауской, Жамбылской, Алматинской областях.